Вечер добрый. Чуть-чуть новостей, только для Ютуба. Никакие сайты там подвешивать не буду, ничего. Просто так пару слов о том, что вот можно, в принципе, ждать. Я хотел один-два, там, сколько, не знаю, клинка развесить на сайте отдельно клинками, но никто не отозвался в комментариях, что кто-то желает такой вариант, то есть без оправы. Никто не желает что-то сделать, то есть сам под себя. И поэтому было решено сделать оправу ко всем. Давайте по материалам начнем. Три оправы. Акрил черный. Так, сейчас я посмотрю. Это эбен. Стабилизированная корейская береза. Черно-коричневатая такая. Темно-коричневая, вот точнее. Корейская береза. Синяя, стабилизированная. Зерикот. Наверное, заметили, что у меня древесины некоторые повторяются, потому что то, что вот есть, из того и делаю. У меня пока нет возможности закупать еще какой-то древесины, чтобы, то есть, кого-то удивить чем-то таким ендаким. Вот. Зебрана. И акрил красный. Нашел случайно. У меня, оказывается, вот такой небольшой кусочек есть. И решил из него забахать вот для узкого лезвия вот узкую оправку. Вот так вот. Конечно, жара стоит у нас 32 градуса каждый день. Обещали, что еще неделю будет такая же жара. Но я знаю секреты, как в жару можно не угореть. Но стараюсь особо не упираться. Вчера, например, выходной сделал, потому что... Как вам объяснить? То есть, если меня ждали бы сейчас люди, желающие их приобрести какую-то бритву, то есть определить, да, я бы рвался в работу, мне бы было бы все равно, устал я, не устал, жара там или что, вообще по барабану. А так как я знаю, что я делаю их на склад, на долгий срок, продолжительный такой, лежать на складе, то я решил не торопиться. Вот. Какое-то здоровье одно, а я уже не молодой, и поэтому надо хоть как-то его немного беречь все-таки. Вот. Поэтому делаю не торопцом. Следующий этап будет формирование геометрии оправ. Ну, может, там еще клинышки подгоню. Но на сборку пока не знаю. Я же... В общем, ничего пока дальше не скажу. Сам не знаю. Как будто я предполагаю, а Бог располагает. Вот как-то так будет отзвучать. В принципе, все. Что дальше буду производить, тоже не знаю. Так как не знаю, что нужно, что не нужно. То есть я же по спросу определяю. А что нужно, что нет. Ну вот, то есть будем смотреть. Дальше не знаю, буду я еще склад забивать. Есть ли смысл. Так, если сделаю какие-то там экстра классы. Но они там по деньгам могут выкатить конкретно, если все хорошо пойдет. А экстра класс это там широкий звонкий лепесток. Идеальная геометрия, то есть там идеальное все, что-то там необычное совершенно в формах, в чем-то еще. Надписи, например, золотом 999 пробы, а у меня сейчас этот вариант есть. Я вообще могу даже никелем покрыть, но это, я думаю, что не в ближайшем будущем будет. А вот золотишком разрисовать можно. Будет. Опять же, не скором, конечно, не вот прям вот завтра начну, как говорится, там. Нет. В общем, все зависит от спроса. Какой будет спрос, что будут брать, то и буду производить. Ничего не буду брать, ничего не буду производить. Я, в принципе, навалом дело в других. Просто это мое любимое дело. И поэтому, если у меня есть что делать, какие бритвы
то я бросаю все остальные дела и делаю только их. Это смысл жизни. А если нет, так нет, как говорится, у меня есть много делов, которые мне не по душе, но буду заниматься ими. Так, все вроде рассказал, показал, да, на этом все новости, вроде как короткие получились. Спасибо за внимание, до свидания.